Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики и зрители. Ну что, снова я хочу поделиться с такой красотой, куда я приехала. А приехала я с вами вместе, поэтому хочу вам все показать. Давайте, оставайтесь со мной. Вот, мои дорогие, посмотрите, куда я с вами приехала. На каток. И тут у нас и Снегурочка, и Дед Мороз. Я тоже умею кататься, но мои друзья мои, так как я упала, не знаю. Мои говорят, возьми, мам, покатайся, но не знаю. Вот девочка тоже, видите, хочет, не может. Ну, здесь есть так, смотри, пингвины, вот раз, да, или медведи. Вот, смотрите, видите, можно взять и поддерживать вот так вот руками и кататься. Просто если, понимаешь, если упадешь спиной, а вот наша Снегурочка. Я уже забыла, что это такие Снегурочки. Видите, как красиво. Сколько молодежи, правда, как интересно. Сейчас, наверное, все-таки я тоже попробую. Не знаю, боюсь, но придется попробовать. Смотрю, друзья, и думаю, пойти взять или нет. Просто боюсь так, не знаю. Ну, молодежь, конечно, и они уже, как бы, наверное, катались, умеют кататься. Сейчас нам вот Дед Мороз. Это, наверное, специально они одели, чтобы, ну, как бы для молодежи красиво, для молодежи они катаются. Что там уж, не пойму, не может ли. Вот, ну, как делают, держатся. А что ты без этого кататься не умеешь? То есть мне не, я не смогу по-любому, да, тяжело будет. Да, я лучше рисковать не буду, так как я упала, у меня уже, знаете, до сих пор еще вот боль, как бы, хотя я и стараюсь забывать, выпила таблетку это, но боль все равно. Конечно, удар же был сильный. А вот дочка, это она там. Так что вот такая красота, друзья. И я вот хотела с вами опять снова побывать с вами вместе. Как без вас не могу. Ну, вот не хочет уже тоже кататься, говорит, ноги болят, не могу. Ну, конечно, тяжело. Аккуратно, не упади. А я еще думаю, пойти взять или нет. Да. Видите, как красиво, да? Вот я вот стою, посмотрите. А сейчас я еще выйду туда, там вообще красиво. Это у нас, значит, в центре перекресток. И вот где перекресток, там, тут, ну, сейчас я буду, выйду туда и поближе вам все покажу, друзья мои. Так что оставайтесь со мной. Погода, знаете, дождь, и не поймешь, да, как будто мелкий дождь и снег. Такое, знаете, вот прям холодно, да, немножко. Не то, что холодно, а зябко так вот. Ну, а дочка может младшая кататься, вот она катается. Так что вот так вот, мои хорошие. Вот иду, хочу показать немного вам. И музыка так громко играет, я даже не знаю, как вот так неудобно прям, чтобы разговаривать и вам слышно было. Вот видите, как красиво. Да-да. Тоже видите, какая большая елочка красивая тоже.
молодцы, все красиво, хорошо вот украсили. А это кресло королевское, да? И карета. Просто я уже говорила, что вот, да, сейчас вот уже где-то 6:30, да, вот 6 мы приехали сюда. Уже видите, как темно. Ну, темно как бы удобно показывать, потому что я говорю, вот освещение прям, и огоньки видны, вот, а днем, ну, как бы не видны ничего так, ну, все украшено, но не видно. А сейчас вот видите, как и огоньки горят, и красиво. И вот, смотрите. Еще раз показываю. Все, дочка мне говорит, мам, давай, давай. Я боюсь, не знаю. Ребят, чтобы и не... Потом не упасть опять. Это ж такое дело на льду. Тут, блин, не можешь, выходишь, боишься, чтобы не упасть. Со двора дойти до машины. А тут, представляете, на коньках. Помоложе была, вот когда учился муж в Алмате. Я, конечно, с ним каталась, да. А сейчас, вот, не знаю, вон она стоит. Иди, мам, возьми, попробуй. Не, говорит, да. А я сейчас еще хочу показать вам. Еще. Видите, как они парами красиво, молодцы прям. Я так радуюсь, когда, знаете, вот молодежь гуляет, отдыхает. Мне так прям, ну, каждый, наверное, вот из вас тоже, мои друзья, радуетесь. Правда, как действительно хорошо, когда есть вот молодежи чем заняться. Это же действительно так и должно быть, да? В наше время было другое, да? Ну, хотя тоже какие были, но все равно. В наше время было другое, сейчас другое, более современные стали, ну... И мы тоже, вот когда что-то не это, дети говорят нам, мам, в каком веке мы живем? И ты уже тоже стараешься быть современной. Вон девочка знакомая смеется, катается. Вот. Так что сейчас я хочу еще показать. Ой-ой-ой, аккуратно. Ой, раздетая. Боже, вам не холодно, девочки? Нет. Нет? Заболеете. А вот смотрите, мы летом здесь приезжаем, и вот здесь вот, сейчас я камеру еще поверну, вот показываю, вот экран, и здесь мы смотрим фильмы, кинотеатр летний, вот, видите, вот здесь мы сидим и смотрим. Раша, сторис можно попасть? Можно, можно. Можете показать вас? Вас показать? Да, покажу, да. Покажу обязательно. А это у вас инстаграм? Нет, это ютуб у меня. Можете мне? Здравствуйте! Привет! Подписывайтесь! Подписывайтесь! Очень хорошо! Ставьте лайки! Как вас найти? Нона, в гостях у Ноны. У Ноны, все, спасибо! Спасибо! Все, подписывайтесь, ставьте лайки! Ой, дети! Ай, они тут гуляют, вот увидели, спрашивают, это для инстаграма или что? Селфи-палку увидели? Видите, как кричат дети, молодежь. Так что вот так вот. Знаете, даже руки немножко замерзли у меня. Я говорю, там дети, девчата шли. А вы куда снимаете? А можете нас снять? Я поснимала их. Ой, да. Вот, видите, катаюсь. Вот так же я каталась. Помни, когда в Алмате мы катались вот с мужем. Я не знаю, он взял, вот оплатил 400 рублей и коту под хвост, блин. И отнес. Но у него же как бы ноги, говорит, болят. Так хочу Деда Мороза вот как бы поближе, чтобы они подошли показать, а они все вон там. Это, наверное, специально, да, они вот здесь вот катаются, показывают рекламу, да, снимают вот. Ой, как будто больше стало, да? Да-да-да, пожалуйста. Сейчас я немножко отключусь, потому что руки замерзли, согреюсь и опять снова к вам под, с вами
буду показывать вам все. Вот, друзья, зашла согреться, прям зябко так, и руки вон, смотрите, мокрые, и шубка вот намочилась, не знаю. Такой прям мелкий-мелкий такой неприятный дождь. Вот, я немножко согреюсь и обязательно выйду. Мы сейчас еще, может быть, куда-нибудь зайдем, посидим немножко. Вот, я покажу вам еще все там, как бы, сейчас чуть-чуть только отдохну. Вернее, отойду от... А вот отсюда, кстати, я сейчас переверну камеру и буду вам показывать. Отсюда тоже видно как раз с помещения. Вот я вот прям с окна вам показываю. Смотрите, какая девочка или мальчик маленький, как катаются, да? Интересно. Что-то камера даже как будто это спотела. Не спотела от дождя, промокла. Ну, я думаю, вам видно. Дочечка моя. Всем привет от Дедушки Мороза, всем подписчикам YouTube-канала. В гостях у Ноны. Дедушка Мороз желает вам всего самого наилучшего в новом 2024 году. Счастья, здоровья, удачи и, конечно, мирного неба над головой. Это самое всем главное. Привет. Спасибо большое. Всем от Дедушки Мороза привет. Спасибо. Вот, друзья, видите, попросила, чтобы Дедушка Мороз пожелал нам здоровья, удачи, мирного неба над головой. Так что все для вас, мои дорогие. Я хотела вам показать, вот едем туда, ну пока не буду говорить, где у нас там что, найдем сейчас. Просто смотрите, какая пробка у нас, видите, вот с 4 часов вот так вот пробки. Вот. И погодка, видите, какая у нас сейчас, плюс 6. Просто дождя не было бы, был бы даже снег, да, такой вот. И было бы вообще суперски. Просто хочется уже снега. Я не знаю, как у вас там, но у нас еще снега нету. Вот. А что это за здание большое вот это? Это казначейство. Сейчас вот мы проедем там тоже. Я уже вижу отсюда, тоже украшено все. Подъезжаем, едем. Видите, когда вечером, как все светится, да, видно все. Тоже елка. Я вам и хотела показать. Вот сейчас я буду отсюда проходить, вот покажу вам.
елку нашу. Посмотрите, как красиво, правда? Вот помните, я была днем, да, я выставляла. А теперь посмотрите, вот это самая главная елка. Но туда я не буду переходить дорогу. Потом все равно я приеду сюда уже, когда открытие елки будет. Я вам все покажу, друзья мои. Вот покажу немножко ночное. Ростов. Да, дождя не было бы, было бы красиво. 2024 год, да? Скоро. Осталось почти 2 недели. Боже мой, как быстро. Вроде только 1 декабря было, а уже скоро Новый год, друзья мои. Друзья, зашли сейчас, я вам все показала. Зашли поужинать в ресторан Мистер Фо. И хотим азиатскую кухню. Мы здесь уже были. Я вам в одном блоке уже показывала. Помните, да? Ну, девчата любят азиатскую кухню. Вот. Я заказала себе что? Жаркое с курицы, да? По-азиатски. По-азиатски, да. Вот хочу попробовать. Я люблю такое что-нибудь мясное. Вкусная. Так что такие дела, друзья мои. Ага. И согреться заодно. Я замерзла, у меня руки аж замерзли. Я как раз показывала, что все хотела показать. Конечно, если я говорю, дождя не было бы, да, было бы удобно очень вообще. Либо, ну, как бы снег был бы. У нас еще снега толком и не было. У нас как был дождь был сильно, вот когда я упала. Потом подморозило сразу резко. И все, и каток. Так хотела, хотела, как бы, чтобы выставить, показать. Я действительно могу кататься. Ну, побоялась, потому что, ну, не дай бог опять упадешь и все. Это уже будет вообще, потому что я еще больше стою. Может, я повторюсь? Спасибо. Видели, как девчата ко мне подошли? Они раздетые вообще, девочки были. Идут, а куда вы снимаете? В Инстаграм или куда? Я говорю, Ютуб, а можно вы нас снимете? Я говорю, да, без проблем. Так что вот так вот. Чайник китайский, только тяжелый. Да, налей, согреться прям чаек. Нам комплимент принесли, да? Сок. Зеленый ты заказывал, да? А вы что заказали себе, мне просто интересно? Удон. А, это я тоже попробую. А, удон, миди. Ну, я ближе, знаете, к мясному. Я лучше лишний раз голубцы и долму покушаю, друзья мои. Чем, ну, такое. Еще люблю с теста, вот очень люблю. Вот мы когда были в Чечне, мне тоже очень понравились. Вот, да, мясо такой кусочек съел, говядина особенно. Вот скоро мы поедем, уже, наверное, в среду, потому что так, как вам говорила, что уже вот на той неделе Новый год, да, получается, в воскресенье, да, попадает Новый год, да. Мы уже поедем, купим мясо, чтобы я перекручу на фарш, будем готовить блинчики. Ну, в общем, все пока не буду говорить, будем потихонечку готовить, да. Вот. Поэтому будет все интересно, я вам все буду показывать.
возьмем мясо и на шашлыки, свинину домашнюю, да? Мы даже думаем поехать, я как раз хочу поехать и в шахты к маме, поехать проведать как раз. Но мы недавно были, я часто езжу, да, туда. И заодно там тоже очень, мы всегда там покупаем тоже домашнее мясо, на рынок едем. И я вам немножко покажу этот рынок тоже. Вот наш я уже показывала, у нас громадный рынок, действительно такой вот, все, все есть, да. Ну, иногда хочется и там побывать, на рынке. Так что вот такие дела, мои друзья. Сидим и ждем. Потом я вам, к вам опять вернусь, сейчас попью чаё, друзья мои. Хотела немножко вот показать, друзья. Посмотрите, такой потолок интересный, да? Это двухэтажное, да, здание получается, вот, да, вот там на втором этаже еще. Но мы здесь уже и тот раз мы здесь вот сидели удобненько, на диванчике сидим, такая уютная, знаете, как бы обстановка здесь, очень спокойно, хорошо обслуживают. Вот, да, вот нам уже потихонечку приносят. Просто поужинаем, так вот захотелось что-то такое. Приятного аппетита. Пока мне еще не принесли все, никак не могу оторваться. Мои говорят, уже сама сиди, кушай тоже. Но мне еще не принесли. Хотела вот поблагодарить, действительно большое спасибо за комментарий, который вы вот написали. Внучка, когда выступала, действительно, я тоже переживала, но она молодец, действительно, первый раз и сольно, это, ну, как бы для 5 лет, я думаю, она молодец, да, спасибо большое вам, я действительно очень рада была, но я пораньше ушла, почему, потому что у меня немножко там дела были, и невестка сняла, там она еще 2 раза коллективом танцевала, группой, но я уже видела это. Мне именно надо было показать, вот посмотреть сольно, как вы танцуете. Вообще все детки молодцы, особенно маленькие. Вы, наверное, видели, вообще такие крохи выходят и так вот не теряются прям вообще, действительно. Да, а вот еще что хотела сказать. Друзья, вот мы готовили хаш. Такой вкусный был вообще, вот просто бомба, действительно. Мы прям так хорошо отдохнули с семьей, с близкими, да. Спасибо. И что хотела сказать, вот знаете, такое прям открытие хаша перед Новым годом, это вот суперски, друзья мои. Муж, конечно, постарался, я вот выставляла. Очень вкусно было, да. Так что, друзья мои, жду. Мне пока еще ничего не принесли. А вон дочке что-то... А, мидии, да, заказала? Сейчас я вам покажу. Так красивая, такая красивая подача прям. Я что-то вот почему-то морепродуктов не очень. Вот как бы мидии, вот, ну, не знаю. На любителя, но мне как бы, не знаю, мои любят, а я нет. Так что вот так вот, друзья мои. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как красиво. Это мидии, да? Да. И хлебушка, да, вот это? Багет. А мне еще готовится. Видите? Жду. Вот принесли мне жаркое. Посмотрите, аппетитно как выглядит. И уже я кушать хочу. А вот муж заказал еще пельмени. Не наелся. Не наелся, говорит, видите. Хотя дома мы поели плотно все. Я сегодня готовила мясо тоже, кстати, с жаркое с луком и пюрешку. И опять кушать хочется, погуляли. Так что еще раз приятного аппетита всем, дорогие мои. Ну что, друзья, вот пробую. Знаете, очень вкусно. Мне, знаете, что здесь понравилось? Сейчас расскажу. Значит, здесь у меня картошка жареная, курица, куриная же, да, я заказала там? Грибы. Грибы
вот такие, знаете, вот китайские. Китайские, да, и грибы. Вот сейчас я покажу, чтобы вы увидели. Раньше, по-моему, их мы тоже покупали и готовили. Вот такие вот. Видите, грибочки, да. И что интересно, заправка, вот я смотрю, здесь помидорчики и болгарский перец. И заправка соевый соус, да? Соусом, да. Так вкусно, мне очень понравилось, действительно. Вот это мне очень понравилось, да. Вот такое я люблю. И картошечка такая вкусненькая. Так что можно дома самим тоже приготовить. Что у нас, какое у нас следующее блюдо будет, чтобы показать нашим друзьям. Купили сегодня, поехали, тоже взяли сыры, вот сулугуни взяли, взяли еще какой сыр такой для этого, мы взяли новый какой-то. Как творожный, знаете, такое, хочу, знаете, попробовать, да, хачапури вот сделать, очень вкусно будет. Так что, когда буду делать, я обязательно покажу. Тесто слоеное у меня есть, вы знаете, я наготовила. Так что, друзья, что-нибудь буду показывать. Просто, знаете, держу все это к Новому году показать. Еще сегодня взяла там для одного салатика тоже, для, чтобы украсить красиво тоже, ну, стол наш праздничный, новогодний будет. Мы там разные взяли с дочкой. Вот и пельмени. Это спели. Подоспели, ага. Их соусом, да, едят? А, да, конечно, можете. Красный с чем? С говядиной. А, с говядиной, а эти с креветкой. Рыбки, да? Возьми их, девочка, попробуй. Сейчас будем пробовать. Такой вкус прикольный, прям, как дочка говорит, прикольный. Я вот с говядиной попробовала, сейчас с креветкой его тоже попробую. И что можно креветки купить, тоже так же приготовить. Ты попробуй сначала. Ну, мне с говядиной больше понравилось. Вот говядина понравилась, не знаю. Вот смотрите, говядина — это не фарш, а прям кусочки. Они, видно, обжаривают, да, и готовят. И также креветки, по-моему, обжаренные, да? Ну, посмотри. Вот эти красненькие. Посмотрите, прям под цвет. Можно фотку сделать. Да, скажите, напишите в комментариях, как мне розовый цвет, друзья мои. Желтым было, вы сказали, что мне подходит желтый цвет. А теперь мне, пожалуйста, комментарий напишите, как вам мне розовый цвет, друзья мои. Да, вот я вот такая, блин, напрашиваюсь. Нет, вы действительно мне всегда пишите хорошие комментарии. Спасибо вам большое за это. Я все-все читаю ваши комментарии. Вот сейчас попробую, да, вот эти вот красные с говядиной. Мне больше понравились, не знаю. Угу. Вкуснее. Я креветки люблю вот либо в салате, вот цезарь. Потом я люблю жареные креветки, вот что просто. Вот невеста вкусно готовит тоже. Она всегда жарит их вот вкусно-вкусно в соусе, в майонезе, там как-то вот она готовит очень вкусно. Так что вот так вот с вами, друзья, делюсь. Наелись? Но я жаркое все не съела. Это большая порция была, не смогла поесть, хотела, села, поела и уже не смогла до конца съесть, ну как бы. Необычный вкус. Что, друзья мои,
Вот сейчас поужинали. Вот, показала вам все. Поделилась с вами, дорогие мои. Что хотела бы сказать. Удачи всем, добра всем. Всех благ вам, мои хорошие. Оставайтесь на моем канале, в гостях у Ноны. Я стараюсь, хочу вам все показать, да, чтобы вам все понравилось, мои дорогие. И всего вам хорошего. До новых встреч.